Итак, у нас сегодня обзор ножа визитки или ножа кредитки, не знаю как правильно, который стоит несколько долларов на китайских сайтах. Мне эту кредитку, визитку подарили. Итак, скажу о плюсах и минусах. Плюс то, что она не толще, чем кредитная карточка. И ножик острый, действительно острый. Я нечаянно резал пальцы даже. Наверное, на этом плюсы и заканчиваются. Теперь о минусах. Так, есть у него такой предохранитель, но пользоваться им неудобно, потому что надо пальцами лезть к ножу. Так, сняли мы предохранитель. При нажатии на ножичек, хоп, он у нас вылазит. Вот так он собирается. Тут у нас есть зубчики такие, а здесь у нас пазы. И по идее при сдавливании он должен собраться, но почему-то такого не происходит, и он сам выстреливает. Я только пальцами разлазится. То есть, чтобы реально им что-то резать, надо постоянно контролировать и держать его с усилием за вот этот краечек. Нож весит, не знаю, очень мало он весит. Сейчас его можно даже взвесить, потому что у меня есть кухонные весы. Сейчас. Опа. Появились кухонные весы. Мы их включаем и уложим. Так, весит он 14 граммов, 15. Я вдохнул на него, он стал весить 15 граммов. То есть в кармане его носить можно, но, не знаю, с таким же успехом. У меня есть обзор другого видео, другого ножа, который, по моему мнению, больше подходит для ношения и каждодневного использования. Подписывайтесь на мои видео, на канал, ставьте лайки. До встречи!